клинок из подшипниковой стали ШХ-15. Вот. Со следами ковки. Так постарались расковать, что даже зашлифовать до конца не получается. Но это никак не влияет на режущие свойства. Только доказывает больше, что эти режущие свойства повышенные. И вот данный клинок. На нем сделан сатин. Вот такой сатин. Он сделан везде, по обуху, внизу, по плоскости, вообще по бокам.